Чуркина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. Постоянному представителю России в ООН Виталию Чуркину отдали воинские почести. Траурный кортеж встречал почетный караул, играл военный оркестр. Чуркин умер в Нью-Йорке 20 февраля за день до своего 65-летия. Причина смерти до сих пор неизвестна. Временно исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН назначен первый заместитель Чуркина Петр Ильичев. Владимир Путин посмертно наградил Чуркина орденом мужества, но на похоронах российский президент так и не появился.